К другим темам. Казахстан призвал государства, члены ООН, принять неотложные меры для того, чтобы остановить торговлю людьми в мире. Эту тему обсудили на заседании Совета безопасности ООН. Наша страна призвала к усилению сотрудничества с международными и региональными организациями в этом вопросе. Первый заместитель постоянного представителя Казахстана при ООН Барлыбай Садыков назвал торговлю людьми шокирующим вызовом для международного сообщества и отметил, что каждая страна может стать местом происхождения или транзита жертв этой угрозы. Мы видим необходимость в усилении сотрудничества с ООН, ОБСЕ, Африканским союзом, Лигой арабских государств, другими региональными организациями, которые проводят значительную работу в борьбе с торговлей людьми. Казахстан эффективно взаимодействует с Содружеством независимых государств через свою региональную программу на 2014-2018 годы и с ОБСЕ в работе альянса этой организации. Мы также инициировали Алма-Атинский процесс. Это региональная консультативная площадка для сотрудничества в области миграции и защиты беженцев.